Dear guests, dear colleagues, first of all, let me introduce our famous guests and say a few words. We started preparations for this conference in late 2019. В конце 2019 года and early 2020, и начале 20-го. And we were sure that all our мы были уверены в том, что все наши гости will come to Moscow, and смогут приехать в Москву, and we will meet in person. И что мы сможем встретиться лично. At the beginning of March, в начале марта we worked on details of their arrival. Мы обсуждали уже детали их перелета. But COVID-19 changed our plans. Но, к сожалению, наши планы были изменены из-за COVID-19. I would like to express my great gratitude to all of you. Я хочу выразить всем вам огромную благодарность for agreeing to participate in our за то, что согласились участвовать в нашей конференции. Это юбилейная конференция, 75 лет нашему центру. Очень благодарны, что в таком формате участвуете в ней. And a special thanks, и особая благодарность thanks to everybody, to professor, благодарность вам, всем. To Professor Wood, who is профессору Вуду, big friend of our country and our friend это большой for many, друг many years. Нашей страны, наш очень давний друг. Professor Kim, профессор Кэм, very famous person from очень-очень UK. Известный коллега из Великобритании. And my special thanks also for и особая благодарность to Professor Lopez. Профессору Лопесу clinic. Why? Because it is, из клиники Мэйо. It is midnight in US, and почему? He is with потому us. Что в США сейчас полночь, а он здесь с нами. It is 4 o'clock at a.m. Там на самом деле 4 часа утра. And the first lecture is yours, Francisco. Что ж, Франциско Лопес Хименес, вы наш первый лектор. Профилактическая кардиология 2020 и ближайшее будущее. Прошу. You can start, Francisco. Please. Hold on. Здравствуйте. Что ж, это моя вторая презентация. И огромное спасибо оргкомитету и прежде всего, и в особенности доктору Найне Вачиковне-Погосовой за приглашение участвовать в этой юбилейной конференции. Я буду говорить о профилактической кардиологии в 2020 году и в будущем. Я хочу подумать о том, что нас ждет в ближайшие годы в плане кардиореабилитации. И цель моей презентации – это то, что, на мой взгляд, сегодня очень важно знать и помнить в нашей практике сегодняшнего и завтрашнего дня. Здесь вы видите мои заявления о конфликте интересов и так далее. У меня нет конфликтов интересов. Итак, прогнозирование рисков основано на том, что сердечно-сосудистая патология является самым большим риском и является самой распространенной патологией в мире. Мы понимаем, что практически половина пациентов с инфарктом миокарда не доезжает до больницы. И это важно помнить, потому что ишемическая болезнь сердца, она предотвратима.
У нас все более и более эффективные терапии появляются постоянно, снижается количество нежелательных явлений. Как можно оценить риск сердечно-сосудистой? Мы используем, например, специальный инструмент, который называется инструмент по оценке атеросклеротического и сердечно-сосудистого риска. Это то, что мы можем скачать на мобильный телефон. И здесь вы видите общий холестерин, то есть липопротеин высокой плотности, другие данные, возраст, раса. И эта шкала помогает оценить риск инфаркта миокарда и сердечно-сосудистого осложнения в ближайшие 10 лет. Здесь мы видим цифры, важные цифры. Эти цифры отражают риск, если все другие факторы риска будут оптимально под контролем. Эта шкала оценки риска прекрасно вам знакома, это шкала SCORE. Это самый распространенный метод оценки риска в Европе. И здесь показано цветом, что при совпадении нескольких факторов риска одновременно, тут вы видите данные по давлению артериальному, по уровню холестерина, и когда мы смотрим на эту шкалу, мы сразу понимаем, темно-красный, красный, темно-желтый, желтый, темно-зеленый, светло-зеленый. Мы понимаем, что означает такая градация цвета. Много усилий тратится на то, чтобы доработать и сделать более эффективную шкалу для более точного определения риска инфаркта миокарда и инсульта. Но каковы основные проблемы, которые имеются практически у всех калькуляторов риска, которые у нас на сегодняшний день имеются, заключается вот в чем. Как мы измеряем риск? Мы пользуемся кривой ROG. И площадь под ROG кривой 0,7-0,8 получается. И что важно помнить? Даже если и идеальный инструмент прогностический даст вам здесь результат единицу, то в рандомном прогнозе эта цифра будет 0,5. То есть это то, что ничто не предсказывает. Соответственно, то, что мы здесь видим, это площадь под ROG кривой, это среднее значение между чем-то, что адекватно ситуации, и чем-то, что совершенно рандомно и не относится к ситуации. Если взять женщину среднего возраста, то практически невозможно отнести ее к группе высокого риска. Поэтому практически бесполезно пытаться определить степень риска, если возраст пациента меньше 50 лет. Соответственно, что это значит? 20% пациентов, которые обозначены как пациенты высокого риска, только 20% из 100 у них разовьется какое-то серьезное осложнение или сердечно-сосудистое явление, при том, что по шкале, по шкалам мы определим, что это пациент высокого риска. При этом мы знаем, что, еще раз хочу повторить, что больше всего волнует, это то, что примерно половина пациентов, у которых
было сердечно-сосудистое явление, где-то 10 лет, допустим, то есть за 10 лет до этого осложнения никто не относил их к группе высокого риска. Допустим, возьмем для примера прогноз погоды. Синоптики любят пугать людей, и только где-то каждый пятый шторм, который нам предсказывают, на самом деле происходит. То есть 80% предсказанных штормов никогда не произойдут. И при этом более 40% штормов, которые происходят, они не были предсказаны. Это значит практически половина предсказанного, она не соответствует действительности. Вот то же самое мы делаем в клинике медицины. Мы отмечаем очень большое количество пациентов, как пациентов с высоким риском. И только у очень малого количества из них разовьются какие-то осложнения. И при этом мы не способны сегодня предсказать даже половину сердечных приступов, которые происходят у пациентов в мире. Как мы можем улучшить ситуацию? Если риск низкий, мы говорим «хорошо». Если риск высокий, то мы лечим пациента. А если у пациента невысокий и низкий риск, а средний, что мы делаем? Мы стараемся что делать? КТ сердца с измерением коронарного кальция, например, определяем уровень С-реактивного белка с помощью высокочувствительного теста. Мы проверяем лодыжечно-плечевой индекс, проверяем на наличие атеросклеротических бляшек, уровень липопротеина А, церамидов. И если что-то из этого будет положительно или повышено, тогда да, мы можем сказать, что этот пациент, он скорее имеет высокий риск сердечно-сосудистых осложнений. Но это тоже не идеальный метод. Соответственно, что же делать дальше? Будущее будет основано на других алгоритмах. Наша способность предсказать риск очень сильно зависит, на мой взгляд, от оценки риска наследственности. Мы знаем, что здесь, конечно, при сердечно-сосудистой патологии играет роль и определенные внешние факторы. То есть здесь не только наследственность, но и внешние факторы, факторы, связанные со внешней средой, влияют на развитие ситуации и на уровень риска. Но все-таки мы должны как-то подразделить пациентов, тех, кто относится к группе очень высокого риска, от тех, кто относится к группе низкого риска. Соответственно, нам нужно найти новые клинические предикторы риска, основанные на уровне холестерина, наличии или отсутствии диабета и других факторов. Но должны быть еще какие-то другие клинические предикторы, которые мы еще не выявили. Плюс еще не забудьте о том, что субклинические проявления болезни пока еще не распознаются очень часто. И, возможно, третье решение проблемы – это искусственный интеллект. Вы видите, за последние несколько лет очень быстрыми темпами развивается область искусственного интеллекта. Что это за технология? Мы предъявляем компьютеру очень большое количество данных, и мы учим компьютер делать то, что нам нужно, очень много всего. В данном случае мы хотим, чтобы компьютер был способен предсказать уровень риска сердечно-сосудистых осложнений. Нам очень важно улучшить способность компьютера предсказывать риск сердечно-сосудистых осложнений. Да, сегодня искусственный интеллект может предсказывать, но
качество предсказаний еще недостаточно высоко. Ведь все зависит от того, какие факторы мы на входе предъявляем компьютеру. Их недостаточно для того, чтобы искусственный интеллект мог эффективно и точно предсказать риск сердечно-сосудистых осложнений. Поэтому очень важно помнить о том, что способность предсказать риск сердечно-сосудистых осложнений зависит от нашей способности оценить риск наследственности, роли наследственности, найти новые клинические факторы, которые могут работать как предикторы риска сердечно-сосудистых осложнений. И, конечно же, искусственный интеллект, надеемся на его помощь. Теперь будем говорить о следующей области, которую требуется изменить, если говорить о профилактической кардиологии. Я имею в виду, что нам требуется добиться большей индивидуализации медицины. Того, что мы имеем на сегодняшний день, недостаточно. Когда мы говорим, что высокий риск у пациента сердечно-сосудистых явлений 10-20%, что это значит? Это значит, что при текущей парадигме большинство пациентов, которые получают терапию либо медикаментозную, либо хирургическую, они не получат пользы от вмешательства и от терапии. И что это значит? Сейчас попробую объяснить вам это более подробно. Давайте поговорим о статинах, например. Что мы видим здесь слева? 100 пациентов. Они показаны точками. Каждая точка соответствует одному пациенту. 100 пациентов. Итак, мы рассчитываем риск. И в этой группе, это группа высокого риска, и средний риск развития сердечно-сосудистых осложнений 13%. Это высокий риск, поскольку мы знаем, что только у 13 людей будут какие-то сердечные приступы или осложнения. То есть из 100 человек только у 13. Это значит, что всех остальных 87 человек мы просто пугаем о том, что у них высокий риск осложнений, но у большинства из них их не будет. Я хочу этим подчеркнуть вот что. Когда мы назначаем пациентам статины, мы назначаем их всем 100 пациентам, из которых какое-то осложнение или явление нежелательное будет только у 13. И именно им полезны статины. Мы же знаем, что польза от статинов 25%, например, это значит, что у большинства пациентов, даже получающих статины, все равно будут какие-то осложнения. И это значит, что у нас сейчас нету точных предикторов и нету хорошей способности предсказывать, у кого будут какие-то осложнения, а у кого нет. И получается, что мы лечим огромную массу людей, при этом предотвращая очень малое количество реальных осложнений. Другие сценарии надо рассмотреть. Например, гипертрофическая кардиомиопатия. Если плюс еще люди с низкой фракцией выброса, имплантируемые дефибрилляторы, например, для первичной профилактики, потому что это люди с повышенным риском. У них риск внезапной смерти в ближайшие несколько лет составляет 1-3-5%, но у 95% из 100 людей у них не будет внезапной смерти, внезапных осложнений. Это значит, что 95 человек из 100 получат дефибриллятор, имплантируемый, который им, по сути, не нужен и не поможет профилактировать что-то, чего у них не будет. Или возьмем черезкожную коронарную реваскуляризацию. Мы знаем, что не все, кому будет проведена реваскуляризация, действительно почувствуют улучшение.
Мы знаем, что антикоагулянтная терапия также не всем эффективна. То же самое касается большинства лекарств. Поэтому очень важно понять, что с этим делать, как улучшить ситуацию в этом плане. Я считаю, что нам очень важно учитывать фармакогеномику, потому что гены, они могут быть предикторами ответа пациента на препараты. Плюс еще нам очень важно анализировать большие массы данных. Если взять 20 миллионов пациентов, данные по 20 миллионам пациентам, то нам будет легче предсказать пользу от того или иного вмешательства или терапии. И плюс еще нам очень нужна помощь искусственного интеллекта для того, чтобы вычленить тех пациентов, которым реально нужна, показана и будет полезна терапия. Может быть 10, может быть 15, но точно не 100% из 100 человек действительно нуждаются в том или ином вмешательстве. Поэтому я и говорю о том, что медицина нам нужна куда более высоко индивидуализированная, персонализированная. И последнее. Я хочу сказать о том, что, на мой взгляд, будет следующим очень важным шагом в профилактической кардиологии. Это повышение физической активности или физические упражнения. Мы все время, последние полвека, говорили о том, что очень важно упражнение и так далее. И мы знаем все, что лучшее лекарство, которое мы можем прописать пациентам, это физическая активность. А физическая активность – это значит больше упражняться, заниматься спортом. Но беда в том, что для того, чтобы больше упражняться, людям нужно больше времени. А в нашей жизни сегодня у нас все меньше и меньше времени свободного на этого. Плюс еще не забывайте о том, что половина населения мира, если взять данные различных исследований и опросов, то есть половина населения планеты, они просто ненавидят упражнения, физическую активность. Соответственно, мы видим, какова проблема. В кардиологии, когда мы видим пациентов, мы стараемся профилактировать сердечно-сосудистые осложнения, советуя им заняться спортом, бегом, упражнения с утяжелением и так далее рекомендуем. Эпидемиологические исследования говорят нам о важности физических нагрузок. Но главное – это не сделать так, чтобы люди, которые сидячий образ жизни вели, чтобы они переместились от левой стрелочки к правой. Когда мы убеждаем человека заняться физической активностью, да, мы хотим, чтобы он переместился в правую сторону графика, но при этом нам нужно сначала переместить их отсюда сюда и как можно раньше, то есть быстрее. То есть если пациент имел сидячий образ жизни, потом стал более активным, и смотрите, таким образом мы добиваемся 80% клинической пользы. То есть мы минимизируем частоту сердечно-сосудистых осложнений, уменьшаем риск развития диабета, улучшаем качество жизни. И, естественно, польза имеется и тогда, и от того, что человек был неактивным, стал активным. Соответственно, важный вопрос к вам. Может ли кто-то бегать по 30 минут в день и при этом вести сидячий образ жизни? Ответ – да.
Как мы это узнали? Объясню, что такое сидячий образ жизни. Сидячий образ жизни – это минимум 8 часов человек проводит сидя, положение сидя. Физическая активность. Что это такое? Это действия, которые требуют минимум 3 метаболических эквивалента. Да, вы можете сидеть на работе 8 часов, но вот эта область перекрытия означает, что вы 8 часов сидите на работе, не вставая, возвращаетесь домой, идете в спортзал на полчаса или занимаетесь, но при этом это не отменяет того факта, что вы имеете сидячий образ жизни и, соответственно, повышенный риск сердечно-сосудистых осложнений. Еще раз повторяю, если вы 8 или больше часов в день находитесь в положении сидя, даже если вы регулярно занимаетесь упражнениями, спортом и так далее, это, тем не менее, не отменяет того, что вы ведете сидячий образ жизни и имеете повышенный риск сердечно-сосудистых осложнений. Есть люди, которые очень активные, неусидчивые, не сидят на месте. То есть они по определению не ведут сидячий уровень, сидячий образ жизни. То есть это две взаимоисключающие, противоположные когорты. Соответственно, здесь мы видим, что они могут быть очень активными, занимаясь спортом или упражнениями, и нет. Опять-таки, как влияет сидячий образ жизни на здоровье? Повышен риск сердечно-сосудистых заболеваний, риск развития диабета, артериальной гипертензии, онкологии, повышенная тревожность, люмбалгия и так далее. Есть три шага для увеличения физической активности. Первое – использовать девайсы, носимые девайсы для мониторинга своей активности. Потому что люди, если будут измерять, если смогут измерять свою активность, они будут стремиться быть более активными. Много способов обучить этому широкую общественность, пациентов, детей, так, чтобы все стали более активными. Пауза актива, активная пауза. Это, кстати, программа обучения, которая в Колумбии была разработана. Это программа, которая коснулась каждого рабочего. Их призывают каждый час оторваться от кресла и 5 минут заняться чем-то. И последний способ, последний шаг – это сделать так, чтобы на рабочем месте у человека была возможность размяться, а не сидеть за столом целый день. Посмотрите, как можно на рабочем месте повысить физическую активность. Вот что мы делаем в нашей клинике Мэйо. Мы можем использовать, например, беговую дорожку. Вы видите, высота рабочего стола, соответственно, увеличена. И это помогает нам в течение дня одновременно ходить и работать. А люди могут так работать и ходить на беговой дорожке одновременно несколько часов. Я вам сейчас покажу, вот здесь не очень хорошо видно, я вам сейчас покажу получше. Смотрите, ноги этого человека, они на степпере. Степпер – это очень хорошее приспособление для того, чтобы немножко поразмяться, даже несколько минут в день в вашем офисе вы можете и гантели использовать для этого. В клинике Мэйо вы видите концепцию активного офиса. Это как бы лаборатория активного офиса. Здесь мы учим наших пациентов, как на работе они могут размяться, как они могут поддерживать физическую активность, даже если работают за столом. Вы здесь видите такой маленький велотренажер. Здесь они могут использовать и беговую дорожку, могут использовать степпера,
То есть это значит, что люди поймут, что они не обязаны и не должны сидеть целый день за столом, если они могут разнообразить действия как-то и поддерживать как-то свою активность. Поэтому мы всех призываем, в том числе и школьников, постоянно думать о физической активности, разминаться и подумайте о следующем. Слово «кресло». Кресло, то есть слово «chair», оно означает по-английски и «кресло», и «председатель». И действительно, кресло, оно исторически всегда играло очень важную роль в жизни человека. Чем более крупное кресло, тем более важный человек в нем сидит. Соответственно, кресло, чем больше кресла, тем лучше мы его считали. Во многих странах, в том числе и бедных странах, прислуга, обычно это бедные люди, они думают, что убираться по дому, чем-то заниматься дома, это сразу означает, что ты относишься к бедноте. Богатые люди дома у себя не убираются. Соответственно, люди думают, что такая активность дома, как уборка дома, это сразу означает, что ты бедный. И, соответственно, они не хотят этого делать. Но если вы идете смотреть футбольный матч, если у вас мало денег на билеты на матч, то вы получаете билеты на стоящие места, а богачи, они платят за сидение, за то, чтобы сидеть. Чему нас общество учит? Если вы на стоящих местах, значит, у вас, наверное, недостаточно денег, значит, вы бедны. Но мы-то говорим людям наоборот. Если у вас такие красивые эскалаторы, значит, у вас есть деньги идти в торговый центр. Мне нравится эта фотография. В Лондоне, когда спускаешься в метро, ты видишь эти знаки. В Лондоне там на один этаж вниз и вверх, если вы спускаетесь в метро. И если вы пользуетесь лифтом, вот то, что значит этот знак, вы пользуетесь им только если вы в инвалидной коляске или вы в коляске ребенка ведете. И это очень важный посыл. Например, нет, конечно, у нас есть и перегибы, но тем не менее очень важно помнить, что если в обществе недостаточно физической активности, тогда мы должны действительно себя рассматривать как инвалидов. Мы должны тренировать наши мышцы, они должны быть активными, потому что если мы не будем пользоваться, не будем тренировать наши мышцы, мы станем инвалидами. Наши мышцы не будут работать. И только так мы сможем чего-то изменить. В заключение хочу сказать, текущая практика прогноза риска сердечно-сосудистых осложнений, она очень неточная. Нам нужны лучшие способы, которые помогут прогнозировать сердечно-сосудистый риск. У большинства пациентов, которые получают терапию, она не помогает. Поэтому нам нужна более индивидуализированная медицина, более индивидуализированный подход. И, естественно, прежде всего, важно продвигать идею активного образа жизни, а не просто выполнение каких-то упражнений время от времени. Большое вам спасибо за внимание и
Если вы хотите связаться со мной, надеюсь, вы видите мой имейл и как меня найти. Спасибо. Спасибо большое профессору Лопесу. Профессор Лопес действительно рассказывает о том, что внедрено в клинике Мэйо во многом благодаря его усилиям. Он руководитель, директор подразделения профилактической кардиологии этой знаменитой клиники, клиники номер один США. Презентация открыта для обсуждения. The presentation is open for of discussion, Francisco, and I'm sure there are some questions. And the first question is from my co-chair, Professor Vasilyeva. От моего сопредседателя профессора Васильевой. Thank you, Professor Lopez, for such a Профессор Лопес, огромное спасибо за такую прекрасную презентацию, особенно за ваши данные по организации активного офиса. А есть ли какие-то рандомизированные исследования, которые сравнивали бы стратегию активного офиса по сравнению просто с 30 минутами упражнений? Прекрасный вопрос, спасибо. Если коротко ответить, то да, в каком-то плане да, но это не касается сердечно-сосудистых осложнений. Когда мы говорим о физической активности, когда мы говорим о рандомизированных исследованиях, которых нету, у нас нет рандомизированных исследований у пациентов, чтобы выяснить, те, кто бросил курить, у них реже сердечные приступы бывают или нет. Свидетельство настолько сильное, доказательное, что, в принципе, это и так понятно. И мы то же самое знаем относительно пользы физической активности. Это не требует доказательств. Как вы видели на видео и на фотографии, главное не в том, чтобы вы стояли, а не сидели. Нет. Это тоже неправильный, это перегиб. Нам нужно просто, чтобы человек двигался. И потом, просто упражнениями заниматься, это не то, этого недостаточно для того, чтобы предотвратить сердечно-сосудистые заболевания. Есть очень хорошие эксперименты, кстати, которые показали, что 5 минут активности каждый час приводит к значительным изменениям в метаболизме. Буквально 5 минут каждый час. Причем активность, это не значит, нужно гантели или еще что-то. Достаточно просто встать и походить по офису. Поэтому нету, да, у нас нету масштабных клинических исследований, но я считаю, что они и не нужны, учитывая, что доказательства пользы постоянной физической активности в плане минимизации сердечно-сосудистой патологии, эти доказательства, они очевидны. Главное просто, чтобы люди были активны. Несколько раз в неделю, может быть, там на напряжение какие-то упражнения. Главное – активность. Спасибо большое. Я вижу из зала тоже есть вопросы. Пожалуйста. Dear Professor Lopez, уважаемый профессор Лопес, огромное спасибо за вашу интереснейшую презентацию. Nice to meet here in Moscow online. Очень рада встретиться с вами здесь, в Москве, хоть и онлайн. Да, спасибо большое. What do you think of genetic tools to refine CVD risk assessment? And what is your prediction? How many years should pass when we start to use it in real clinical practice? Сколько лет пройдет до того момента, когда мы сможем пользоваться такими предикторами в реальной клинической практике? Спасибо за прекрасный вопрос. Вы знаете, последние 15 лет очень многое меняется в этой области. Даже 5 лет назад те инструменты генетического тестирования, которые мы имели, их было недостаточно. Они очень
относительно подразделяли пациентов на группы высокого, низкого, среднего риска. Но за последние годы было много подвижек, но пока что мы стараемся все-таки отойти от стратегии, где мы рассматриваем один ген, а ищем панель генную, там, где можно это как-то количественно оценить, этот риск. Но все равно даже этот инструментарий не так хорош, как нам хотелось бы. И поэтому нельзя сказать, что достаточно генетического тестирования. К сожалению, пока что здесь скорее больше разочарований. Но в любом случае мы продвинулись намного дальше в плане генетического тестирования, чем это было 5-10 лет назад. Но в любом случае я считаю, что генетического тестирования недостаточно. Это нельзя использовать в качестве единственного метода прогноза. И потом, то, как мы сегодня проводим генетические тесты, это все как-то традиционные статистические данные, которые обобщаются, анализируются, и, соответственно, анализируются исходы. Но помните, нелинейные проблемы требуют нелинейных решений, также и здесь. Нам очень важно оценивать нелинейные связи и корреляции с помощью того же искусственного интеллекта. И тут очень важно пользоваться и этим инструментом, тогда мы сможем найти такие гены, которые мы никогда иным образом не найдем. Гены, которые отвечают за развитие каких-то патологий. И тут важно понять, если ген вызывает болезнь, и есть еще другой ген, который как-то связан с болезнью, то они могут, их эффект как может суммироваться, так и нет. И нам очень важно, конечно, не только с помощью искусственного интеллекта, но используя весь наш инструментарий, определять роли факторов риска. Какие факторы риска мы сегодня оцениваем? Это артериальная гипертензия, курение и так далее. Пользуйтесь простыми факторами для начала, потому что информации по ним у нас очень много, потому что нам просто задокументировать, пациент курит, не курит. Диабет. Есть диабет или нет диабета? Мы знаем, что спектр уровней риска у диабетиков, он разный. Соответственно, нам пока что текущих инструментов мало для более точного прогноза. В основном мы видим, да или нет. То есть тот инструментарий, который мы сегодня имеем, он дает нам очень средние результаты, скажем так. Франциско, thank you very much for joining us. Огромное спасибо за то, что вы были с нами. It was really, really very interesting and fantastic that you очень интересную презентацию делали, рассказали о таких фантастических вещах. To join our meeting. Thank you so much. И очень большое спасибо once за то, что смогли быть с нами сегодня. Спасибо еще раз. And now it's a pleasure to introduce you. А сейчас David Wood. Я с удовольствием представляю вам Дэвида Вуда. Это очень известный кардиолог, пастор-президент Мировой ассоциации кардиологов, директор по науке и эмеритус-профессор кардиологии Imperial College of London и так далее, и так далее. Он нам расскажет очень интересную, на мой взгляд, тему — британская стратегия по снижению сердечно-сосудистого риска и смертности. Please, David. Professor Wu, we'll be. Thank you very much. Thank you for that you are with us, and we. Большое спасибо, что вы с нами. We are ready. Мы готовы слушать вас. Thank you very much. Спасибо, спасибо. Для меня большая честь участвовать в 75-й юбилейной конференции МИДС кардиологии. Я очень-очень жалею о том, что не могу лично присутствовать, поскольку это очень важное, знаковое событие.
Я работал с профессором Наной Погосовой столько лет уже в области профилактической кардиологии. И я хочу поздравить вас, Нана Вачиковна, и ваших коллег по Российскому национальному обществу профилактической кардиологии и о том вашем вкладе, который вы внесли в обучение профилактической кардиологии и в научные исследования в этой области. Ваш вклад, он просто неоценимый. Вы не просто лечите пациентов, но вы стараетесь предотвратить болезнь. Вы просили меня рассказать о британской стратегии оценки сердечно-сосудистого риска и как минимизировать его и, соответственно, смертность от сердечно-сосудистых явлений. Спасибо. Итак, я с большим удовольствием хочу выступить перед вами на 75-й юбилейной конференции. Меня зовут Дэвид Вуд, я являюсь адъюнкт-профессором профилактической кардиологии, директором по научным исследованиям и международным отношениям Национального института профилактики и сердечно-сосудистого здоровья Национального университета Ирландии Галway. Мы будем говорить о снижении сердечно-сосудистого риска и смертности. На самом деле у нас 4 страны в одной стране. Это Англия, Ирландия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия. И, соответственно, у нас большая система, разветвленная система по кардиопрофилактике. И мы имеем с вами дело с семейством заболеваний, имеющим общую патологию. Это заболевания периферических артерий, инсульты и так далее. В том числе атеросклеротическую болезнь. И это семейство атеросклеротических заболеваний имеет общие факторы риска, которые связаны с образом жизни пациента, питанием, сидячим образом жизни, наличием дислипидемии, диабета, артериальной гипертензии и так далее. И эти факторы риска, они работают в сочетании, таким образом вызывая атеросклероз и его осложнение. Если у нас семейство болезней, имеющих общие проявления, общие факторы риска, они требуют единой программы кардиопрофилактики. Что такое профилактическая кардиология? Хочу вам дать свое определение. Профилактическая кардиология занимается вопросами вторичной и первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний у отдельно взятых пациентов, пациентов, у которых доказано, то есть диагностировано сердечно-сосудистые заболевания, и тех, у кого высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, с помощью всеобъемлющих мультидисциплинарных программ помощи, которые организуются в самых различных условиях для того, чтобы охватить все аспекты образа жизни пациентов, такие как психосоциальные факторы, биологические риски и другие. В Англии у нас есть Национальный институт здравоохранения и совершенствования медпомощи в Великобритании. И у нас имеются свои рекомендации по эпидемиологическим исследованиям и по результатам рандомизированных контролируемых исследований. Здесь вы видите, например, рекомендации по инфаркту миокарда, кардиореабилитации, профилактика и так далее. Итак, Департамент здравоохранения
это то министерство, которое ставит прежде всего акцент на профилактике, профилактике среди взрослого населения. Поэтому если вам от 40 до 74, вы имеете право на бесплатную проверку здоровья в первичном звене. Проверка здоровья включает оценку образа жизни, а также измерение веса, роста, окружности талии, определение уровня холестерина, то есть липидов, риск диабета и так далее. То есть это то, что важно определить для определения, есть ли у человека риск развития сердечно-сосудистой патологии в ближайшие 10 лет. Соответственно, кто у нас в приоритете? Это пациенты, которые направлены к нам на лечение по каким-либо показаниям. Три приоритетные группы пациентов у нас имеются. Первое – это пациенты с атеросклерозом. Атеросклерозом коронарных артерий, артерий мозга, периферических артерий. Вторая когорта пациентов приоритетных – это бессимптомные пациенты, то есть бессимптомные люди с высоким композитным, то есть мультифакторным риском развития сердечно-сосудистой патологии. И также пациенты с диабетом. К тому же есть же пациенты, которые принимают статины, и у которых уже симптомы появились атеросклероза. Итак, Британская ассоциация сердечно-сосудистой профилактики и реабилитации публикует стандарты и ключевые компоненты профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и кардиореабилитации. Последний такой документ был опубликован в 2017 году. И что здесь относится к ключевым компонентам профилактики и реабилитации сердечно-сосудистой системы? Здоровое поведение, изменение образа жизни, обучение правильному образу жизни, изменение образа жизни и, соответственно, особый акцент на факторы риска, такие как низкая физическая активность, питание неправильное, состав тела там. Очень важно также обратить внимание на важность бросить курить и так далее. И, соответственно, у нас проводится национальный аудит системы кардиореабилитации, где оценивается качество системы и исходы, то есть ее результативность. Информация, которая содержится в этом отчете, она очень важна. Она очень ценна для того персонала, который организует программы, который является участником этих программ реабилитации и профилактики. И этот ежегодный отчет, он дает очень точную информацию о качестве помощи кардиореабилитации и профилактики. Кроме того, конечно, у нас национальные исследования проходят в Великобритании. Проводилось, например, исследование Aspire 2 Prevent среди пациентов с ИБС, как в первичных центрах, так и среди пациентов, у которых просто высокий риск развития сердечно-сосудистой патологии. Вначале посмотрим на результаты больничных центров. Здесь мы видим данные по пациентам с ИБС, данные, полученные через год или больше, чем через год после выписки из больницы. Мы видим, что более 70% из них все-таки продолжали курить. И что важно, те, кто курил на момент острого состояния, 47% из них так и продолжали курить. Третье – это у нас ожирение, и 3/4 этой популяции, они имели очень большое ожирение висцеральное. И что мы видим справа?
47% пациентов не достигли целевого значения артериального давления, 52% не достигли целевого значения общего холестерина, 56% не выполнили норму по холестерину низкой плотности, диабет 18% и повышенный уровень глюкозы крови натощак у 4% сохранялся. И это все значит, что у нас большая когорта пациентов должна быть с недиагностированным диабетом сахарным. У пациентов с ишемической болезнью сердца, у этой когорты, очень часто встречается такое сопутствующее заболевание, как сахарный диабет. И, естественно, мы обязаны улучшить качество вторичной профилактической помощи во всех наших программах для таких пациентов. В кардиореабилитации у нас имеется классический подход к реабилитации, но он требует изменения. О том, что такое кардиореабилитация, я вам дал мое определение. И еще раз хочу сказать, что эта программа, она должна делать акцент на изменении образа жизни, бросить курить, изменить питание, сбросить вес, физическую активность и так далее. Измерять, мониторировать и управлять другими факторами риска, такими как давление артериальное, уровень липидный, глюкоза и так далее. Важно, чтобы эти показатели были приведены к целевым. И, кроме того, очень важно, что такие программы, они помогают мониторировать, повышать приверженность пациентов терапии кардиопротективной в течение всего остатка жизни. И, естественно, это все требует мультидисциплинарную программу помощи для того, чтобы значимо сократить риск рецидива и, соответственно, продлить длительность жизни. Соответственно, если говорить о людях с высокого риска, давайте посмотрим, что нам говорят рекомендации нашего общества по профилактике. В 2014 году они были опубликованы, и у нас есть сейчас специальный калькулятор риска JBS-3, который помогает оценить риск сердечно-сосудистого заболевания в течение определенного периода времени, в данном случае 10 лет. И если у пациента установленное сердечно-сосудистое заболевание, например, диабет в возрасте 40 лет или хронические заболевания или что-то, тогда риск нельзя, не надо устанавливать по этому калькулятору риска. Здесь требуется уже другой подход, другой алгоритм. А если нет у них этого, если симптомов не наблюдается у пациентов, и если можно применить к ним калькулятор JBS-3, то вы сможете рассчитать абсолютный риск развития сердечно-сосудистой патологии в ближайшие 10 лет. А здесь показан вам скрин экрана из этого калькулятора. Вы видите, здесь вносится дата рождения, пол, возраст, курит, не курит, есть ли диабет, есть ли артериальная гипертензия и так далее. После того, как человек это подсчитает и узнает об этом, он будет знать, какой у него абсолютный риск развития сердечно-сосудистой патологии. Но кроме того, это позволяет также рассчитать возраст вашего сердца. Например, пациенту 41 год по паспорту, а калькулятор возраста сердца показывает 47 лет. Это, кстати, часто встречается у молодых пациентов, у которых абсолютный риск не такой высокий, но
если мы видим у них вот такой риск, который связан с повышенным возрастом сердца, то этих пациентов нельзя считать пациентами низкого риска. Здесь мы видим программу по проверке здоровья и, соответственно, в том числе определению уровня риска, потому что уровень риска требует вмешательства, потому что здесь действительно требуется контроль, и там, где возможно и применимо, мы можем использовать препараты и терапии, которые основаны на доказательных данных. Вот. Соответственно, что мы видим? Здесь бессимптомные люди с высоким риском были. Это результаты тех людей, которые уже получали терапию от дислипидемии, гипертензии, диабета. Вы видите, сколько процентов из них было ожиревшими, очень сильно ожиревшими и так далее. Поэтому, когда речь идет о выполнении, о достижении целей по факторам риска, мы увидим, что большое количество пациентов, например, 51% пациентов с повышенным давлением не достигают целевого давления, 79% пациентов с повышенным общим холестерином не возвращают его в норму и так далее. Поэтому здесь очень важно учитывать все эти факторы, в том числе контроль гликемии, гипергликемии при диабете. Соответственно, когда мы говорим о семействе заболеваний с общей патологией и общими факторами риска, требуется такой же единый подход. Соответственно, пациенты, у которых уже развились сердечно-сосудистые заболевания, и люди, у которых есть риск развития заболеваний, то есть это и первичная, и вторичная профилактика, им требуется вмешательство в образ жизни. Питание, физическая активность и так далее требует корректировки, в том числе с учетом психосоциальных факторов. И, естественно, используя комплексный подход, образ жизни, но не только. Давление, уровень липидов, уровень гликозы – это тоже все требует четкого прописания в национальных рекомендациях. И помните, третья составляющая успеха – это мониторирование приверженности пациентов кардиопротекторной терапии, повышение их комплаентности и правильное, грамотное назначение терапии, и это даст возможность уже и продлить жизнь пациентам, и улучшить качество жизни. Спасибо за внимание. Thank you very much, Professor Wood. Большое спасибо, профессор Вуд. As usual, excellent presentation. Прекраснейшая презентация была. I have two practical questions. У меня есть два практических вопроса. In period of COVID-19, did you stop? Сейчас во время пандемии COVID-19. Rehabilitation for patients, for cardiac patients or not? Прекратили ли вы реабилитацию пациента с сердечно-сосудистыми заболеваниями или нет? Это очень важный вопрос. Потому что влияние коронавируса на сердечно-сосудистую патологию, оно двоякое и очень значимое. Во-первых, пациенты с острыми симптомами острого коронарного синдрома, таких около 50% не получали реабилитацию, потому что они просто боялись приезжать в больницу. И, соответственно, эти пациенты увеличили нам статистику смертности, которая наблюдалась в период пандемии, при том, что она не была напрямую связана с самой болезнью, с самим вирусом. У пациентов,
которые не получали реваскуляризационную терапию, у них миокард, соответственно, его состояние ухудшалось. И это значит, что у нас будет очень много пациентов, которым потребуется куда более интенсивная профилактика и реабилитация, чем это было бы в обычных условиях жизни. И еще могу сказать, многие кардиореабилитационные и кардиопрофилактические программы закрылись, очные я имею в виду, ушли в онлайн, но при этом старались не пропускать все, что можно организовать. Но вы понимаете, конечно, что в профилактической кардиологии сейчас идет большая битва за то, чтобы мы могли возобновить предоставление наших услуг гражданам. И, естественно, мы понимаем, что речь идет о том, что еще больше и больше других нужна наша помощь и наши услуги тем людям, той когорте, у которых повышенный риск. Thank you very much for your answer. And the second question, what is your opinion in UK? Каково ваше мнение? Do patients after COVID-19, which had no CVDs before that, need some rehabilitation? Есть ли пациенты, у которых не было никаких сердечно-сосудистых патологий перед коронавирусом, а теперь нуждаются в реабилитации? What is your opinion? Do they need Что скажете, нужна ли им такая реабилитация или все-таки нет? Я не совсем понял ваш вопрос. Вы говорите о пациентах. I speak about patients which had COVID-19, у которых был COVID-19, но до этого не отмечались никакие сердечно-сосудистые заболевания. Связь между COVID-19 и сердечными патологиями очень сложная. И прямой корреляции нету с атеросклерозом или его осложнениями, насколько нам известно. Пациенты, у которых доказано наличие сердечно-сосудистой патологии, пациенты, которые также заболели и излечились от коронавируса, скорее всего, потребует куда больше физической реабилитации, учитывая последствия COVID-19. Большое спасибо. Есть ли еще вопросы к докладчику из аудитории? So, David, once again, thank you very much. Дэвид, огромное спасибо еще раз, с удовольствием. Еще раз большое спасибо за то, что вы были сегодня с нами. It was very valuable. Thank you. Это было очень ценно для нас. Спасибо. Я с большим удовольствием представляю следующего докладчика, профессора Джон Хам. Это очень известный специалист в кардиологии. Пасс-президент Европейского общества по аритмологии, президент Альянса аритмологов, основатель ассоциации по atrial fibrillation и так далее, и так далее. Ну, я думаю, что доклад чрезвычайно интересный тоже по теме, и с удовольствием предоставляю слово Джон Камме. Thank you. That you are with us now, and it's a pleasure to start. Большое спасибо, что вы с нами. To, we'll start with you and discuss your lecture. Давайте начнем вашу презентацию, а потом ее обсудим. Большое спасибо за добрые слова и за то, что пригласили меня поучаствовать в вашей юбилейной конференции. Конечно, к сожалению, хотелось быть в Москве, и Нана Вачиковна сделала все возможное, чтобы я смог приехать, но, к сожалению, как вы понимаете, это стало невозможным. Но хотя бы мы имеем возможность пообщаться с вами онлайн, и после презентации с радостью отвечу на ваши вопросы.
Уважаемые дамы и господа, меня зовут Джон Кэм, я кардиолог из Лондона, из Великобритании. Я извиняюсь за то, что сегодня не могу лично присутствовать на вашей конференции. К сожалению, у нас сейчас в мире до сих пор сохраняются сильные проблемы из-за коронавируса и в плане открытия границ еще мало подвижек. Как вы видите из этого слайда, большая часть моей презентации будет касаться фибрилляции предсердий. Мы будем говорить о том, что говорится о лечении фибрилляции предсердий в рекомендациях. Здесь вы видите несколько потенциальных конфликтов интересов. Здесь и мое участие в профессиональных обществах, и в редакции журналов. Я хочу начать с главной иллюстрации новых рекомендаций по фибрилляции предсердий, которые вышли меньше недели назад Нью-Йоркской ассоциации кардиологии. И здесь говорится о структуре ведения пациентов с фибрилляцией предсердий, о том, как их диагностировать, лечить, подтвердить вначале, естественно. Когда мы говорим о подтверждении, плюс еще мы должны видеть четкое доказательство, то есть в записи, когда мы видим эпизоды фибрилляции предсердий, то есть все то, на чем основывается диагноз. А второе, мы должны характеризовать фибрилляцию предсердий. Здесь для этого имеется 4 компонента. Первое – это наличие симптомов и субстрат. То есть это начинается 4SAF. Схема. Подтвердить, характеризовать и лечить аритмию. Именно для этого мы это делаем. Итак, смотрим схему. А – это антикоагулянтная терапия. Вторая – лучший контроль над симптомами. А третья – это уже изучить сопутствующие заболевания и перспективы дальнейшего развития сердечно-сосудистой патологии. А теперь давайте посмотрим на то, как мы можем характеризовать, что такое фибрилляция предсердий. То есть, да, вы можете не снизить число баллов, но если говорить о тяжести сердечной недостаточности, здесь важно учитывать не только факт наличия фибрилляции предсердий, но и другие факторы. Кроме того, вы должны использовать имеющиеся инструментарий для того, чтобы определить экспозицию, измерение тяжести субстрата и так далее. И, соответственно, Европейское общество кардиологов, оно достаточно слабо оценивает доказательность. Это класс 2А третьего уровня С. И здесь описывается на разных уровнях, какая работа требуется, поскольку, да, мы стараемся оптимальное ведение этим пациентам обеспечить, но мне кажется, что это представляет собой сдвиг парадигмы. Давайте посмотрим, как менялась эта схема со временем. Я не буду долго говорить об этом. Всего лишь расскажу вам, как разные
школы мысли за это время появились в этой области. И здесь очень важно понять, когда что использовать. Давайте посмотрим на следующий вопрос. Как фибрилляция при сердце меняет риск исходов фибрилляции? Это и риск вероятности смерти, и не только. И что мы видим? Вот у нас пациенты с сердечной недостаточностью, с фибрилляцией предсердий. Соответственно, у большого количества этих пациентов возникает депрессия и риск инсульта. А мы знаем, что он 5 раз выше. И мы знаем, что этот риск, он связан и с деменцией, и с качеством жизни, и не только. Теперь вопрос о том, что нам делать. Во-первых, вы должны зарегистрировать фибрилляцию предсердий. Медицинский скрининг определяется как организованная систематическая программа с использованием не менее одного теста для предположительно здоровых или бессимптомных испытуемых, здоровых людей, для того, чтобы выявить предположительно прогностические показатели, то есть факторы риска, после чего очень быстро назначается эффективное вмешательство эти две проблемы, да, они могут произойти, мы это знаем. Соответственно, хочу показать вам, какая проблема может быть. Смотрите. Это то, что мы видим у пациентов, у которых имплантируемый водитель ритма. Прежде всего, мы получаем логарифм события, плюс еще запись ведется. И мы должны убедиться в том, что этот эпизод – это эпизод фибрилляции предсердий, а не артефакт. А если у пациента бессимптомное течение болезни, то нам очень важно провести ЭКГ. Если мы не видим на ЭКГ фибрилляции предсердий, это может быть субклиническая форма фибрилляции предсердий. И здесь мы предлагаем таким пациентам антикоагулянтную терапию. И почему мы должны идти таким путем? Мы должны постоянно мониторить пациентов. И чем больше мы мониторим их, они либо приходят сами. И мы знаем, что пациенты, у которых низкий риск инсульта, он низкий, если фибрилляция предсердий очень-очень небольшая. А если у пациента высокие баллы по шкале ЧАДС-ВАСК, это значит, что у него риск развития инсульта очень большой. И кроме того, переход к куда более длительным периодам также надо учитывать.
Если у пациента по шкале ЧАДС-ВАСК не большой результат, невысокий, то не требуется никакая антикоагулянтная терапия. Когда требуется вмешательство? Это когда у пациента более длительные эпизоды, больше одного часа, но менее суток. Европейское общество кардиологии рекомендует вам следующее. Оппортунистический скрининг на фибрилляцию предсердий – это измерить пульс, ритм сердца оценить по ЭКГ. Это рекомендуется пациентам старше 65 лет, пациентам, кто старше 75 лет или имеет высокий риск инсульта, например, системный мониторинг ЭКГ требуется для того, чтобы выявить фибрилляцию предсердий. И здесь написано, рекомендуется регулярно предлагать пациентам установку водителей ритма и имплантируемых кардиовертеров-дефибрилляторов. А когда вы проводите скрининг на фибрилляцию предсердий, рекомендуется, чтобы люди проходили скрининг, были хорошо информированы о важности и о алгоритме терапии болезни и прочих аспектах. И мне кажется, многие из вас уже эти критерии видели, наверное, но при этом мы рекомендуем тут и антикоагулянты, и другие. И вы видите класс рекомендаций. Первый класс, класс 1А рекомендации – это профилактика инсульта у пациента с фибрилляцией предсердий, которым положено назначение пероральных антикоагулянтов, новых пероральных антикоагулянтов и так далее. И они не нуждаются в антитромботической терапии. Если рекомендуются в данном случае пероральные антикоагулянты для профилактики инсульта у пациента с фибрилляцией предсердий, это те пациенты, у которых по шкале ЧАДС-ВАСК-2 больше двух у мужчин и больше трех у женщин. Я уже говорил вам о шкале ЧАДС-ВАСК-2, и я думаю, что вы прекрасно понимаете, что эта схема клинического скоринга, она зависит, конечно, от того, есть ли какие-то клинические проявления. И почему я вам показываю этот слайд? Здесь все очень детально записано, и были определенные изменения. Например, мы показали вам, что гипертрофическая кардиомиопатия, она сейчас лучше улучшается во время пандемии. И, кроме того, мы видим, что сейчас целевое показание артериального давления, оно также является частью этой оценки по данной шкале. Вы видите здесь, да, один и больше. И третье. Диабет. Диабет куда более чувствительно определяется при этом алгоритме действий. Потому что фибрилляция предсердий – это значит, что у вас есть следующее. Кстати, очень важно учитывать то, что когда мы говорим о пожилой когорте пациентов, исключительная дряхлость также требует учета, и она меняет на целый балл
ваш общий балл. Да, рекомендация первого класса, но когда вы рассматриваете плюсы этой схемы, вы рассматриваете и куда больше. И вы видите, что эта шкала, она действительно работает. И здесь вы видите, таким пациентам нужно предлагать более часто проходить клиническую оценку состояния здоровья и, соответственно, наблюдение за здоровьем. Ну и когда мы говорим о факторах риска, нам важно их все выявить для того, чтобы посмотреть, может быть, мы можем повлиять на них. Потому что факторы риска, они бывают неизменные, потенциально изменяемые, изменяемые и биомаркеры. Когда мы хотим лечить гипотензию, и мы стараемся снизить потребление алкоголя у наших пациентов, вот есть ли у вас что-то, что поможет вести таких пациентов? В данном случае мы также говорим об агонистах витамина К, введении пациентов с потенциально изменяемыми факторами риска. Итак, что мы здесь видим? Явления, тромбоэмболические явления, новые рекомендации относительно их. Они меняются, поэтому очень важно оценивать динамику. Это значит, что риск должен оцениваться периодически, системно. Соответственно, я думаю, что минимум 4-6 месяцев после первой оценки такого большого риска. Соответственно, сейчас давайте посмотрим на клинический паттерн фибрилляции предсердия, потому что она часто кажется перманентной, пароксизмальной и так далее. Это рекомендация третьего класса, то есть рекомендация класса не делать. Итак, когда и зачем контролировать сердечный ритм? Некоторые говорят, что контроль ритма сердца может быть полезен, например, даже среди молодых пациентов или пациентов после одного эпизода фибрилляции предсердия или с недолгим анамнезом этого заболевания, пациентов с опосредованной тахикардией, кардиомиопатией, ну и пациентов в норме, скажем так, с умеренно повышенными показателями, там, где сложно пациенту, допустим, добиться контроля, при этом фибрилляция предсердий вызвана каким-то временным явлением, событием, острой болезнью. Соответственно, что гласят жесткие рекомендации? Они говорят, что нужно контролировать сердечный риск у пациентов, когда у пациентов имеется симптоматика фибрилляции предсердия. Это рекомендация первого класса. Теперь, на том же ежегодном конгрессе нашего общества, с которого мы недавно вернулись, мы заслушали результаты исследований ИИСТ-АФНЕТ-4 буквально неделю назад. И, соответственно, здесь мы видим, 2008 пациентов всего было включено в исследование, и пациенты, которым проверяли ритм сердца,
они получали терапию от ритма и так далее, и обычная группа, есть группа, в которой симптомы персистировали независимо от уровня частоты сердечного ритма. И у нас было много исследований в прошлом, но в данном случае, конечно, лучше упредить, чем реабилитировать. Поэтому, конечно, надо стараться предупредить развитие инсульта и других осложнений. И, что важно, мы видим здесь статистически значимые данные. 28% и 35% – это тот результат, который мы видим. Это значит, что контроль сердечного риска, он очень полезен. И это тоже означает сдвиг парадигмы. Но когда мы говорим о термине «контроль сердечного риска», первое – это предотвращение риска инсульта, второе – абляция и так далее. Но вы должны сказать, что делать. У нас есть рекомендации класса 1А, которые здесь зеленым показаны по препаратам, и тем, которые здесь обозначены желтым. И мы видим, что здесь для этой группы пациентов, например, четко понятно, какая терапия требуется в первой линии. Амиодарон, дронедарон, соталол – это рекомендации класса 1А и класса 2Б и А. Это в случае, если у пациентов имеется значимое поражение клапанов, сердечная недостаточность, сохраненная фракция выброса и ИБС. Если же у пациента сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса, это самая сложная группа, самые тяжелые пациенты. И это были данные из исследования, каком-то исследовании. И здесь вы видите, что если вы до сих пор оценивали различные аспекты фибрилляции предсердий, вы должны рассматривать эти показатели у пациентов с сердечной недостаточностью, потому что, да, есть большие преимущества в пользу абляции. И, кроме того, у нас есть класс 2А, рекомендация класса 2А. И тут речь идет о выживаемости при катетерной абляции, при фибрилляции предсердий. И здесь вы видите, что на самом деле ведение пациента прежде всего вертится вокруг самого пациента. Здесь все участники этой системы имеют важность. И мы понимаем, что требуется мультидисциплинарная команда для работы с пациентами с фибрилляцией предсердий, которая здесь представлена. И естественно, требуется изменение образа жизни пациентов, обучение правильному образу жизни. Мы должны также стараться промоутировать
ответственное отношение пациентов к терапии, то есть пациенты должны выполнять предписания врача, принимать необходимые таблетки и так далее. Соответственно, здесь нам очень важно оптимизировать процесс принятия решений относительно того, какому пациенту какую терапию от сердечной недостаточности назначить. И здесь вы видите список тех проблем, которые надо обязательно учитывать. И вы здесь видите рекомендации первого класса, первого Б, зеленым показаны, и рекомендации второго класса А и Б. И что мы видим? Здесь, например, скрининг у пациентов с обструктивным апноэ во сне. И поэтому мы все вместе можем очень большой вклад внести в решение этой задачи и повысить качество помощи пациентам с фибрилляцией предсердий. Большое вам спасибо за внимание. Я очень извиняюсь за то, что, к сожалению, лично не смог присутствовать сегодня на вашей юбилейной конференции. Dear Professor Kim, уважаемый профессор Кем, many thanks for your impressive presentation. Огромное спасибо за впечатляющую презентацию. Moreover, that it is более того, only few days passed from ESC Congress, and you presented the last view of European Society of Cardiology on this important topic. Европейское общество кардиологии, и вы выступали по этой важной теме перед участниками конгресса. From your point of view, с вашей точки зрения, what is the most important what changed in these last recommendations? If I'd like to emphasize only one topic, мы видим, что изменилось в этих рекомендациях. Хотя бы одна важная тема, где вы видите реальные изменения. Я думаю, что мы должны, пожалуй, введение в новые рекомендации обозначить как самое важное достижение, потому что сейчас более формально и более структурированно мы будем подходить к проблеме фибрилляции предсердий. Потому что специальные центры, они существуют уже какое-то время, но практически каждый врач встречает пациента, у которого имеется фибрилляция предсердий. Поэтому нам нужно постараться очень простой алгоритм ведения таких пациентов иметь. Понятно, что и другие вопросы очень важны, но вначале нам нужно разобраться в подходе к ситуации. Первое – сделать так, чтобы диагноз был более точным. Нам очень важно детально оценить пациента в том, что касается подхода 4S, а потом будем использовать метод АБЦ для того, чтобы вести пациента. Thank you very much. Большое спасибо. И я думаю, что должны быть еще вопросы из аудитории. Yes, please. Да, пожалуйста. Kim, thank you. Уважаемый профессор Кэм, thank you very much for your perfect огромное спасибо за прекрасную really, really презентацию, она была очень интересная. I have a question on у меня вопрос in по AF patients. Управлению, скажем так, или ведению образа жизни пациентов, у пациентов. How do you think, what's your opinion on alcohol in AF patients who are not binge drinkers or not heavy drinkers? Фибрилляция предсердий. Я не имею в виду алкоголиков, тех, кто пьет много. Да, конечно, во многих западных странах алкоголь – это образ жизни, согласен. А что вы думаете? Do you think that they need to abstain totally or not? У людей, которые пьют, они должны полностью воздержаться от алкоголя или как?
Я боюсь, что если мы попросим пациентов полностью отказаться от алкоголя, скорее всего, они не захотят следовать нашему совету. Соответственно, наша цель – добиться снижения потребления пациентами алкоголя. И это должно быть в рекомендациях. На мой взгляд, и мне кажется, именно об этом и говорится в новых рекомендациях, что мы должны переобучить модель, то есть инструмент. И мы должны быть очень осторожны и внимательны, когда будем объяснять ситуацию нашим пациентам, что есть факторы риска, которые приводят также к, скажем, кровотечениям во время терапии антикоагулянтами. Thank you very much. Большое спасибо. Спасибо. Professor Kim, once again, many еще thanks. Раз огромное спасибо за то, что вы были сегодня с нами. Спасибо. We hope that you will come to Moscow. Мы очень надеемся, что все-таки вы доедете до Москвы. Конечно, я тоже. Thank you very much. Thank you. Спасибо. Спасибо. И, уважаемые коллеги, мы идем по программе дальше, и с большим удовольствием предоставляю слово главному специалисту Департамента здравоохранения города Москвы по кардиологии профессору Елене Юрьевне Васильевой. Я хочу сказать, что доклад, который был заявлен профессора Шпектра, это соавторы Елена Юрьевна и Александр Вадимов. Так что Елена Юрьевна сегодня представит этот, я уверена, очень интересный доклад. Прошу вас. Уважаемый Нан Вачкин, уважаемые коллеги, ну, наверное, мало что есть сейчас актуальнее. Это мир, в котором мы живем, острый коронарный синдром на фоне эпидемии ковида. И какие-то первые итоги, первые знания давайте обсудим, которые хочется сейчас подвести. Ну, первое, с чем мы столкнулись, с удивлением, да, вначале ведь боялись, потому что уже понимали по данным из Китая, что имеется определенный риск у больных сердечно-сосудистой патологией. И первое, с чем столкнулись все, что больных с инфарктом немного. В Америке даже специальные госпитали открылись для сердечно-сосудистых больных острых в этот период, там известно был такой корабль специально зарезервирован для таких острых больных. И оказалось, что койки пустуют. И мы все тоже готовились к этой патологии. И во всем мире оказалось, что койки для больных инфарктом не заполнены. Это вот впервые итальянцы показали, да, что больных меньше и с инфарктом, и со стеми, и с нонстеми. Что же случилось? Такая же картина по нашим данным в Москве. Больных меньше с инфарктом. Вот красные – это больные с инфарктом по сравнению с предыдущим годом. Но посмотрите, смертей при этом больше. Вот госпитальная летальность по годам. Наверху – это процент ангиопластик, а внизу – летальность, госпитальная летальность. Вы видите, что выросла существенно госпитальная летальность в период ковида. И то же самое мы видим по больным без подъема СТ. При том, что больных вот было меньше, а летальность существенно выросла. Правда, ну, что значит существенно? Вот максимально вы видите там по рестеме до 9%, да? Это суммарная летальность. При этом, как вы видите, количество ангиопластик не снизилось ни при стеме, ни при нон-стеме. И лечили, и маршрутизация вот с теми усилиями, которые были предприняты, в целом была очень достойной. По итальянским данным, значительно росло это в разных провинциях, значительно росло количество внегоспитальных смертей.
И это мы видим по разным странам. Посмотрите, вот это уже московские данные. Медиана, среднее время вызова от начала боли до звонка 120 минут. И в период пандемии у нас 325 минут. Больные боялись обращаться. Как мы не старались говорить всем, что не бойтесь, потому что при всем том, какая даже максимальная летальность от ковида, даже если брать 10-20%, как в каких-то особенных местах, там, как Англия, например, но все равно летальность, естественная летальность от инфаркта с подъемом СТ 30-33%, она все равно выше, да, поэтому мы обращались, но все равно боялись. Я думаю, каждый из нас, к сожалению, знает там одного-двух человек, которые побоялись и погибли от инфаркта, не доехав или приехав очень поздно. Мы стали видеть то, что уже давно не видели, разрывы миокарда. Такие больные приезжали, потому что поздние приезжали на третьи сутки и погибали иногда тут же от разрывов миокарда. Какие основные моменты в патогенезе? Это коагулопатия, которые обратили внимание, прежде всего, тоже итальянцы, прямое повреждение ткани и иммунопатология, с которой мы столкнулись. Ну, основное, что мы видим, что при остром коронарном синдроме, это то, что влияет больше всего, это коагулопатия и гипоксия. Как вы знаете, это недостаток кислорода, это прямое тоже повреждающее действие. Основные проблемы, с которыми столкнулись мы на фоне пандемии. Необходимость защиты персонала и пациентов. Причем и тем, и другим требовалась и физическая защита, и психологическая защита. Очень многие растерялись, доктора, это естественно, да, хоть как не героически все работали, но просто тяжелая, действительно, нагрузочная работа. И мы уже поговорили про психологические проблемы пациентов. Пришлось изменить маршрутизацию. Сложности диагностики и особенности лечения. Сейчас на каждом из этих пунктов мы с вами остановимся. Защита персонала. Больше всего проблем, ну, лично у нас в клинике это было, я знаю, что в других клиниках, больше всего заразилось персонала как раз в тех местах, где не было еще объявлено, что это ковид-стационары, потому что не были готовы, начали это в начале эпидемии, приезжали больные, и не ожидая как раз остальные больные ковидом, врачи сталкивались с этим. С тех пор, когда, наоборот, мы стали ожидать уже, и ну, практически очень мало заражений в тех местах, где реально ковидных госпиталях и в тех местах, где ожидали больных. Вот сейчас создание обсервационных отделений тоже у нас резко снизило заболеваемость врачей, потому что они ждут больных уже как бы в любую минуту с ковидом. Инфарктная сеть Москвы была изменена маршрутизация. Мы выделили несколько стационаров, куда сразу поступали больные, у которых было подозрение на ковид, причем подозрение не только по ПЦР, но просто по клинике, с температурой и так далее. Те больные, у которых не было подозрения, шли в стационары, как бы не ковидные, где тоже все осталось по-прежнему. Но что значит по-прежнему? Все равно на входе обязательно всем больным, у кого можно было отложить по жизненным показаниям проведения ангиопластик, проводилось КТ, исследование на ПЦР и так далее. Вот европейские рекомендации. Здесь везде звучит, что если задержка, то делаем фибринолиз. Если невозможно перевести, делаем фибринолиз. Ну, в принципе, в Москве такой необходимости не было. И ангиопластика, процент ангиопластик не изменился. И по скорости тоже практически не изменилось. Небольшая задержка на КТ в случае, если не было нарушены гемодинамики. Вот это то, как в Москве было.
Если поступал больной с давностью инфаркта больше 24 часов и подозрением на ковид, мы сразу его переводили в тот стационар, где он был подготовлен для ковида. Если это была досуточная летальность, когда важно было не потерять час-два, то больной оперировался на месте. Это инфаркт с подъемом СТ. И без подъема СТ, собственно, европейские рекомендации – такие же тоже, как тот же принцип, что мы в Москве сделали, неотложная инвазивная стратегия, если есть нарушение гемодинамики, а в остальных случаях на ПЦР ориентируемся. И, собственно, мы также делали в Москве. А в чем сложности диагностики при инфаркте при ковиде? Что тропонин часто бывает повышен. Независимо, без инфаркта. И это необходимо обязательно учитывать при диагнозе инфаркта миокарда, потому что поначалу ставили много ложных диагнозов, но потом, когда это уже стало известно и когда уже немножко научились лечить, то, во-первых, число больных с повышенным тропонином уменьшилось, и, во-вторых, уже научились дифференцировать. Летальность у больных с ковидом и при инфаркте и без ковида, конечно же, это неудивительно, что отличается. Вот американские недавно опубликованные данные, посмотрите, здесь летальность доходит до 20 и более процентов. И, в общем, то, что я показала в Москве, это отмечается везде в мире. Рост летальности от сердечно-сосудистых заболеваний и, естественно, от инфаркта миокарда острого коронарного синдрома. Это и к подъему СТ, и без подъема относятся. Какие основные причины? Тромбозы. Вот это мы видим по американским данным. Различные тромбозы, тромбозы стентов, тромбозы мультивесел, так сказать, в разных, и даже не обязательно в инфаркт связанной артерии, такие как галлопатии, мы все с этим столкнулись и увидели. Поначалу, первый раз такой больной, когда сталкиваешься с ним, это, так сказать, производит впечатление, пока не научились обращаться. Вот один из первых наших больных, с которым мы столкнулись, которые получили больной инфаркт миокардом и ковидом. Больной был выписан из другой клиники, где он лечился от ковида, и тут же в тот же день у него возникает интенсивная давящая боль. Одновременно у него через несколько часов повышается температура, нарастает поражение в легких, и вы видите, как вы видели на электрокардиограмме нижний инфаркт, и вы видите, что имеется множественные тромбы, как-то видео у нас, множественные тромбы в, прошу прощения, здесь не очень хорошо видно, это качество, окклюзия почему-то не запустилась, здесь окклюзия, и потом с множественными тромбами в правой коронарной артерии. Предыдущий слайд не запускается, но извините, поверьте мне на слово, что здесь непрерывно рецидивировали тромбозы в артерии, несмотря на тикагрелор, аспирин, нефракционированный гепарин и эптифибатит. И вот на всей этой терапии тромбы рецидивировали. И только уже добавление тоцилизумаба, то, что мы получили результаты с очень высоким интерлейкином 6 у него, мы сейчас вернемся к этому вопросу, вот одновременно в течение 12 часов больному вводился тикагрелор, аспирин, гепарин, эптифибатит и тоцилизумаб. В дальнейшем удалось стабилизировать больного, и он был выписан, зона повреждения осталась очень небольшая. И вот такая тяжелая коагулопатия, с которой все столкнулись, и сейчас мы все ищем разгадку, в чем причина этой коагулопатии. Вот одно из объяснений, позвольте представить, это мы сделали в нашей клинике. Мы детально посмотрели у 120 пациентов с ковидом всеми методами, многими методами посмотрели разные звенья гемостаза. Предполагалось, и до сих пор многие предполагают, и это
Вот недавно тоже было, ну, много статей выходит теоретических по поводу того, что ведущая роль принадлежит повреждению эндотелия при ковиде. Мы тоже об этом, естественно, думали, поэтому тщательно исследовали эндотелий функциональным тестом, ФМД-тестом по ультразвуку. И к нашему удивлению мы получили, что у подавляющего большинства больных даже функционально эндотелий не поврежден. Функция эндотелия при поступлении у больных, когда есть коагулопатия, остается неизмененной. Она немножко может повреждаться у тяжелых больных, но, как правило, потом восстанавливается. Агрегация тромбоцитов разными методами практически не изменена, особенно при поступлении. Потом она тоже может немного в динамике снижаться, но значимо все равно оставаясь в нормальных пределах. А уж то, что фибринолиз не подавлен, мы с вами все прекрасно знаем, потому что дедимер очень сильно повышен, что отражает также функцию фибринолиза, ну и по нашим другим данным также он не подавлен точно. И напротив, плазменный гемостаз по данным РОТЭМа и тромбодинамики активирован сильно, то есть изменен прежде всего плазменный гемостаз. Плазменный гемостаз активирован, как мы полагаем, за счет повреждения тканей и выброса тканевого фактора тромбопластина, который обладает непосредственным действием на свертывание крови. Неудивительно поэтому для нас было, когда мы сравнили группы с тоцилизумабом, который блокирует выброс действия интерлейкина 6, и цитокиновый шторм, да, который и вызывает, собственно, массивное повреждение тканей, оказалось, что тем больным, которым вводили тоцилизумаб, тем, которые не вводили, у них существенно различалась коагулопатия. Размеры тромба, по данным тромбодинамики, тоже, как вы видите, существенно различались. В соответствии с этим, со всем, что я сказала, мы сделали такой уже локальный протокол в нашей клинике, которые потом рекомендовали для стационаров Москвы тоже, что больным с острым инфарктом миокарда и с ковидом, помимо двойной дезагрегантной терапии, мы добавляли антикоагулянт в операционный, как обычно, нефракционерный гепарин с последующим переходом на эноксапарин в лечебные профилактические дозы в зависимости от тяжести поражения. А перед выпиской мы определяли обязательно больным дедимер, и если дедимер был повышен более чем в два раза, или если другие какие-то показатели клинически нас тревожили, то больным обязательно давался антикоагулянт не менее чем на месяц. Сейчас дальнейшее вот наблюдение мы ведем за этими больными, и надеюсь потом рассказать, пока у нас нет данных, как долго надо давать это во всем мире, эти вопросы сейчас требует ответа. Мы только, конечно, понимаем, что эта проблема есть. И вот уже в нашу только клинику вернулось после ковида несколько больных с тромбоэмболиями, которым не было назначено антикоагулянты при выписке. То есть как долго остается коагулопатия – вопрос открытый и требующий ответа. Ну и выводы, которые мы можем с вами сделать. На фоне эпидемии COVID-19 уменьшается число госпитализированных больных с острым инфарктом миокарда и увеличивается одновременно домашняя летальность от острой сердечно-сосудистой патологии. Отмечается, в принципе, увеличение госпитальной летальности от инфаркта вследствие как позднего обращения пациентов, так и сопутствующей инфекции. Маршрутизация пациентов с инфарктом во время эпидемии должна обеспечивать эффективность их лечения, но и безопасность как пациентов, так и персонала, это очень важно. При проведении дифференциального диагноза необходимо учитывать то, что мы с вами говорили, сам возможность повышения тропонина у больных без инфаркта миокарда просто за счет ковида. Усиление тромбообразования при ковиде обусловлено, с нашей точки зрения, прежде всего активация плазменного гемостаза в ответ на повреждение тканей и ухудшает течение инфаркта при сочетанной патологии инфаркта и ковида.
У больных инфарктом в сочетании с ковидом мы считаем, что надо рассматривать более длительное применение антикоагулянтов, как длительное, к сожалению, не могу сказать, и при необходимости, при подозрении на цитокиновый шторм, применение блокаторов цитокинового шторма. Вот те небольшие выводы, которые можно сделать на сегодняшний день. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Елена Юрьевна, за очень интересную презентацию. Это действительно очень насущная проблема, которой мы посвятили ей отдельное заседание, но очень это замечательно, что есть возможность обсудить эту тему с нашими международными экспертами. Возможно, у них есть свои вопросы или, может быть, какие-то мысли в этом аспекте. Пока они думают, и я призываю аудиторию тоже задать вопрос, может быть, потому что Елена Юрьевна тоже возглавляла один из центров, который занимался этой патологией, то есть был перепрофилирован, как это говорят, да, под эту патологию. У меня такой вопрос. Елена Юрьевна, вначале мы думали, что вот пациенты, ну, как вы знаете, МИЦ кардиологии тоже был перепрофилирован, и вначале мы ждали, что к нам будут поступать пациенты сердечной патологии, это будут самые тяжелые пациенты, в смысле с ковидом. А потом мы поняли, что вот нет четкого параллелизма между наличием сердечного заболевания и большей тяжестью ковида. Это, в общем-то, странно, мы ждали, что будет четкая такая связь. Какое ваше впечатление? Вот была ли такая вот явная связь или все-таки были и другие компоненты? Может быть, спасибо, Нанна Ильичкина. Согласна, что уже опасений было больше, но Москве и России в некотором смысле повезло, потому что мы вступили позже других, и мы были готовы, да, ко многим вещам. В частности, мы понимали уже, что коагулопатия будет, мы понимали, что поражение сердца будет. Может быть, поэтому нам и было легче, потому что ожидания были больше, да? И мы все-таки практически всем больным, я думаю, у вас в клинике, у нас также было, что практически 100% больных получали тот или иной антикоагулянт при поступлении. И мы тоже, например, мы увидели гораздо меньше повышенных тропонинов по сравнению с тем, что писали. Потому что думаю, что это связано с профилактикой. Мы больше, чем у четверти больных, применяли тоцилизумаб, применяли гормоны тоже. И, может быть, с этим тоже, я думаю, связано тем, что повреждение миокарда было меньше, чем мы ожидали. Но вот те больные, которые поступали с инфарктами, с ковидом, они были очень тяжелыми. Тут вот... Пока вот тоже мы не догадались, что надо как можно почти одновременно лечить ковид, цитокиновый шторм вместе с ангиопластикой. Вот это помогло, но в целом, конечно, они вот сочетные патологии крайне тяжелые, на мой взгляд. Абсолютно согласна. Мы сделали в нашем центре 13 ангиопластик пациентам с ковидом на высоте инфаркта, и все они были успешные. Это был очень тяжелый опыт для врачей в этих костюмах, в многочисленных перчатках, когда руки не слушались, как говорили наши специалисты, три пота с них сходило, и только один пациент позже погиб уже от именно того, что вы сказали, разрыва миокарда. То есть это действительно были вот уже такие сложные, совсем сложные пациенты. Коллеги, еще вопросы? Подойдите к микрофону, пожалуйста. Да, есть вопрос. Елена Юрьевна, спасибо большое за очень интересный доклад. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что нужно более пролонгированно назначать тройную терапию, как я понимаю, да, пациентам после перенесенного инфаркта. А насколько риски кровотечения увеличиваются? Ну... Я оговорилась, что я не знаю, как долго реально. Именно это требует ответа сейчас и требуется наблюдение за выписанными больными, да? Ну, обычно ведь мы, собственно, когда даем антикоагулянтную терапию, только в операционной, да, и, собственно, ее прекращаем. Но в данном случае мы давали всем больным
большинству давали эноксапарин, тем, которые получали пероральные антикоагулянты до вступления, мы их оставляли на тех же антикоагулянтах, не меняя, добавляя только дезагреганты, а перед выпиской мы меняли уже на какой-то из пероральных невитаминка-антикоагулянт. Меняли в тех случаях, когда оставались любые признаки коагулопатии, вот любые. Хотя, честно, какая-то зацепка, если была, то мы оставляли домой на выписку. Но дальше как долго, я не знаю, мы писали ориентировочно на месяц. По нашим данным, пока никакого увеличения кровоточивости не было. Елена Юрьевна. Да, еще мы тоже, что мы нестандартно делали вот в начале, но сейчас уже в литературе появились сообщения. Мы всем больным с ковидом, независимо от того, есть у него сердечно-сосудистая патология или нет, мы давали статины как противовоспалительный препарат. И сейчас в литературе, и как раз мне кажется, это сработало неплохо, но мы исходили из того, что мы никому не давали плаквенил, калетру, вот эти все препараты, ни одному больному мы... Нарушали инструкции. Не-не-не, там очень хитро. В инструкциях, значит, я могу сказать, что поскольку я входила в этот комитет Минздрава, я всегда выступала против, но там большинством голосов оставляли, и меня убеждали так, что смотрите, там же написано, кто хочет, дает, кто не хочет, не дает. Там нет, везде не написано, что надо давать обязательно. Поэтому в наш локальный протокол мы эти препараты не ввели. Ни калетру, ни плаквенил. Но мы ввели сразу антикоагулянты, ввели статины, исходя из того, что вреда не будет. Вот. И, ну, мне кажется, что это неплохо сработало. У нас средняя летальность 4%. Елена Юрьевна, а антикоагулянты в лечебной дозе применяли? В основном, да. В лечебной? В основном, да, но кроме, ну, например, пациент, если пациент, там, скажем, получает с инфарктом 2 дезагреганта, и у него высокий риск кровотечения, мы не давали лечебную дозу. Лечебную дозу тогда не давали. Но... Вы знаете, мы у единственного человека получили кровотечение, на самом деле. И этот был человек, у которого мы дали максимальную дозу статинов. Я грешным делом думаю, что... Ну вот, дело в том, что статины иногда снимают коагулопатию. Это мы знаем и по собственным работам, и у других авторов. Они могут снимать резистентность к дезагрегантам. И вот это была действительно такая неожиданная история, но когда больной на двойной дезагрегант терапии, больной с инфарктом был и получал лечебную дозу, и, в общем, у него продолжались тромбозы. А когда мы добавили ему статины, тромбозы прекратились и случилось кровотечение. Конечно, это ни о чем не доказывает, такой один случай. Тем не менее, вот вы спросили, это был единственный больной. Спасибо большое. Спасибо большое. Да, мы тоже начинали с лечебных доз. Если кому-то интересен опыт медкардиологии, мы тоже начинали с лечебных доз. Но потом, к сожалению, мы получили несколько очень тяжелых кровотечений, причем больших кровотечений. Например, в подвздошной области большое кровотечение. И после этого мы достаточно такой индивидуальной тактики стали придерживаться очень четко. Да. Будьте добры. Абсолютно согласна, Анна Ивановна. Вот это представление, что там лей сколько хочешь, оно неправильно. Абсолютно. Скажите, пожалуйста, ведь вот для тройной терапии, включая пероральный антикоагулянт и двойную антиагрегантную терапию, в основном мы доказательной базой используем больных с фибрилляцией предсердий. И для этих больных все-таки есть указание, что предпочтительным с точки зрения безопасности является клопидогрел, да, не более активные препараты. Здесь больные с инфарктом, им предпочтительно более активные препараты, просугрел и тикагрелор. Да. Дозу, которую мы даем, так скажем, для больных с фибрилляцией, предсердий, мы понимаем, что первоочередно полная доза. Здесь вы выбирали полную дозу перорального антикоагулянта в сочетании с более агрессивным, да, с просугрелом, с тикагрелором. Не будет ли это все-таки, так скажем, неоправданно агрессивно с точки зрения вот, кровотечения, потому что мы знаем, что это высокий риск, и каждое четвертое кровотечение там, может быть фатальным у больного с тройной терапии, с такой...
Ваши опасения, конечно, абсолютно правильные. И мы тоже боялись и боимся. Вообще бояться переставать не надо никогда. Я бы ваш ответ разбила на две части. Первая часть, когда мы все начинали работать, ведь когда я сейчас говорю, что не надо применять гидроксихлорохин, с моей точки зрения, да, но я понимаю, почему его начали применять вначале. Начали, когда работать, не было вообще никакой доказательной базы при ковиде, да, и уже хватались за все, что угодно. Но потом она стала появляться. И вот на сегодняшний день уже есть рандомизированные исследования, где показано, что нет эффективности от гидроксихлорохина, поэтому это можно уверенно отвергнуть. Мы сейчас находимся совсем не в той точке, где мы были раньше. Да? Но по большинству препаратов, в том числе по антикоагулянтам, нет доказательной базы. И мы сейчас находимся в точке, когда ответа четкого на этот вопрос нет. Второе. И поэтому нам приходится двигаться ощупью, так, боясь, как вот Нина Васильевна также сказала. И мы также прошли, вот мы тоже стали вначале больше давать, когда вот случился этот единственный пациент, про который я рассказала, с тяжелыми кровотечениями, и мы поняли, что не безгранично, и будем осторожнее. Второе. Это уже не относится к ковиду, а некие общие соображения. Вот я думаю, что все, кто лечил инфаркт, с ними сталкивались. Когда мы даем больному дезагрегант при инфаркте или там после операции, даем, неважно, любой сильный или двойную терапию, как правило, в начале кровоточивости не бывает. А потом больной приходит к нам через месяц, через два, иногда через три месяца и говорит: ой, у меня стали синяки появляться, или десны стали кровить, или еще что-то. И это, как правило, случается уже после выписки больного из стационара, иногда через полгода. Вот мы задали себе вопрос, что это такое, почему нет сразу, а появляется потом. И когда мы проследили за такими больными, оказалось, что вот это появление кровоточивости коррелирует с уменьшением уровня С-реактивного белка. Пока идет сильное воспаление, как при остром коронарном синдроме, при инфаркте оно почти всегда есть, да, мы не видим значимой кровоточивости. Когда уходит воспаление, и потом это показали не только мы, и другие авторы, что уровень С-реактивного белка и вообще уровень воспаления по интерлейкинам, по другим параметрам, он коррелирует с резистентностью к препаратам и с риском тромбозов, стентов, в частности, камир стадии, например. А я думаю, по аналогии, что та же ситуация с ковидом. Когда мы имеем огромное массивное воспаление, почему мы и пошли на тройную терапию, да? Именно потому, что это воспаление, оно приводило к выбросу тромбопластина тканевого фактора. И, кроме того, вот сам факт воспаления тоже блокирует действие препаратов. А чем дальше, тем надо быть осторожнее. Осторожно надо быть всегда. Но думаю, что сочетание двойной дезагрегантной терапии в острой ситуации с антикоагулянтом просто необходимо, но это уже по практике, могу сказать. При инфаркте мы ни одного больного не провели без антикоагулянта, без сочетания. Спасибо большое, Елена Юрьевна. Есть ли вопросы какие-то у наших иностранных коллег? Может быть, они хотели бы... Есть возможность вывести на экран? Я спрашиваю специалистов технической поддержки. Я знаю, что они слушают нас, и идет перевод всего доклада. И... Ну, видимо, заминка вышла. Я еще раз благодарю всех участников этого, я думаю, очень интересного симпозиума за участие. Конечно, в первую очередь докладчиков наших замечательных и отечественных, и зарубежных, которые издалека, но все-таки нашли возможность к нам присоединиться, рассказать свою точку зрения на самые насущные проблемы, которые сегодня мы обсуждали. И благодарю аудиторию, потому что без вас тоже не состоялась бы эта сессия, и за вопросы, которые здесь прозвучали, и за ваше внимание. Спасибо.
Спасибо, Нанна Владимировна, спасибо всем, кто был с нами. Еще раз всего хорошего вам.